В акваторию детского центра первым вошел теплоход «Артек». Морские отряды семафорной азбукой приветствуют собравшихся на берегу артековцев. Вечерний аюдак озарился лучами прожекторов. Вслед за ярким светом появился и артековский флот, каждое судно которого хранит в себе историю имени, мужества и силы большой страны. На борту лайнеров вожатые, перевоплотившиеся в исторических личностей и в сказочных персонажей. Так заканчивается девятая смена. Участники не сдерживают своих эмоций. Слезы наворачиваются. Я очень полюбилась всех тех ребят, с которыми мы сдружились всего за 14 дней. Эта смена была незабываемой, она была очень яркой, насыщенной. Каждый день были новые яркие эмоции. Каждый день останется в моей памяти. Это самая крутая смена, которая была у меня вообще в общем в жизни. Самый крутой коллектив, лучшие вожатые, очень позитивные ребята, как новая семья. В преддверии Дня флага у берега Черного моря участники смены развернули 500-метровый триколор. Бело-сине-красное полотно в такт морской волны одновременно пришло в движение на 7 пляжных картах морского. Шоу многочисленных катеров с флагами России стали кульминационной точкой всего торжественного действа. Юные воспитанники по традиции прочитали клятвы и пообещали друг другу хранить дружбу, обретенную в международном центре. Мне очень понравилось. Смена запомнилась тем, что была очень занимательной. Мы не стояли на месте, мы двигались, обучались, шли вперед. Наши вожатые делали все для нас. Я эту смену запомнил на всю жизнь. Мне очень понравилась эта смена, она была очень хорошей. У меня был самый лучший отряд, самые лучшие вожатые. На этой смене у нас было очень много мероприятий. Мы поучаствовали во многих конкурсах. И я была очень рада познакомиться со своими прекрасными соотрядниками, с которыми я буду дружить еще многие-многие года. И со своими прекрасными вожатыми, которых я буду очень помнить и ценить. Прощальный вечер в центре зажглись сразу 7 звезд, а в небе огни разноцветного фейерверка. Анна Беляева, служба новостей, ИТВ.